Поэтому, ребят, я надеюсь на вашу поддержку, на ваше понимание, и что на Magic Pets и на Magic Family Софи не будет. Привет, ребята! И сегодня у меня, к сожалению, для вас грустная новость. С моей собакой Софи случилась беда. И если обычно на моем канале я стараюсь выпускать веселые и позитивные ролики про своих питомцев, то сегодня видео будет грустное. Софише 6 ноября, кто знает, она первый герой моего канала, исполнилось 6 лет. И за всю свою жизнь она болела, вот прям так, чтобы ее лечить один раз, когда она была маленькая. Например, тот же Эйвен, ему 7 лет уже в апреле будет, и он вообще за всю свою жизнь не болел ни разу, ничем. Я ни разу его ни от чего не лечила. И кто видел на канале Magic Pets, мы 7 числа выпустили ролик про ее день рождения, и она прекрасно себя чувствовала, все было хорошо, они ели тортик, который я традиционно делаю им на их дни рождения. И Софиша вообще вела себя как обычно. Вы можете посмотреть это в ролике, который вышел 7 ноября после ее дня рождения. В инстаграме в сторис у себя и в инстаграме питомцев и на своей странице ВКонтакте я держала вас в курсе, когда это случилось, и писала, что и как происходит. И я не снимала об этом видео, потому что не хотела заранее там пугать кого-то, что-то писать. Я всегда стараюсь снять уже после того, как что-то произошло, и уже поделиться каким-то опытом. Вы все просили снять об этом видео, и я думаю, вы должны знать, что происходит сейчас, потому что иначе вы просто будете задавать вопросы, где София, что с ней случилось, почему ты ее не снимаешь. В общем, 7 ноября, сразу после дня рождения, я собиралась снять 50 фактов о Софии, и потому что она все-таки главный герой канала, но я не смогла это сделать, потому что в этот день с ней что-то произошло, и до сих пор до конца непонятно, что это такое. Я сидела, как обычно, в своей комнате, монтировала, и тут Софи начала закашливаться, издавать такие звуки, как будто она чем-то подавилась. Такое бывает у маленьких собак, у чихуа, и у Софи часто бывали приступы, они называются приступы обратного чихания. Я даже снимала об этом видео, просто многие мне в инстаграме писали: «Ань, не переживай, это приступ обратного чихания». Но потом, когда у Софи это не заканчивалось, она начала постоянно находиться в этом состоянии, то есть постоянно хрипеть, она даже не может дышать. Это не приступ какой-то там на 5 минут, на 10, и это не происходит периодически в течение дня, это длится все время. И, конечно же, как только я поняла, что это не этот приступ, я сразу же позвонила нашему ветеринару. Она приехала, посмотрела ее и сказала, что нам нужно поехать на рентген, потому что, возможно, попало как в носоглотку куда-то инородное тело. И мы быстро просто собрались, сразу же сели в машину и поехали в ближайший город, в Калугу, на рентген. Но также было предположение, что это может быть сердечный приступ. И если это сердечный приступ, нельзя делать укол, наркоз, чтобы сделать рентген. В итоге на рентгене пришлось ее держать без наркоза, чтобы сделать ей рентген. Рентген сделали. Вот, кстати, как выглядит этот рентген. Вот эта вот штучка сверху там, это чип, который делают собакам, как клеймо, только чип, в котором вся информация о собаке хранится. Вот его видно. И точно так же, как этот чип, было бы видно инородное тело. Но нет, на рентгене не было никакого инородного тела, что, скорее всего, значило, что у нее сердечный приступ. Мы обратились к другому ветеринару. В общем, так получилось, что уже 3 ветеринара занимались состоянием Софи, потому что она не могла дышать. Один ветеринар находится в другом городе, поэтому я снимала видео на телефон дома для ветеринара и отправляла ему, чтобы он посмотрел. Поэтому у меня сохранились вот эти вот кадры, как это ужасно, просто страшно выглядело. Она не может дышать ни через нос, ни через рот. Она пытается дышать через рот, потом у нее создаются эти хрипы и хрюканье. Она пытается дышать через нос. Она не может глотать, ей явно больно, она трясется от боли, когда глотает, из-за чего еще сложно с питьем, с кормлением. И выглядит это просто ужасно для меня, потому что я, как любой хозяин, который любит свое животное, я не могу видеть, как она страдает. Это просто реально очень тяжело. Но при этом я пытаюсь держать себя в руках и не плакать ни при ней, ни в коем случае. Стараюсь не нервничать, потому что если я буду это делать, то я передам этот стресс еще больше ей, другим животным дома. И лучше держать себя в руках. В том числе я не хочу вам это все прям накручивать, чтобы вы тоже сильно слишком переживали. Весь этот ужас продолжается с утра до ночи, но при этом Софи явно хочет кушать, она старается кушать, она пьет водичку сама. Большую часть времени она либо находится прямо рядом со мной, на руках спит у меня, либо спит, прячется где-то в углу.
Она спит в комнатке у себя в лежаночке. Мы делаем 3 укола в день. Мы даем таблетки, мы капаем облепиховое масло, мы пьем еще специально отсердечный препарат. Поэтому я сейчас, ребят, покажу просто, что вот Софиша жива. Все, нельзя сказать, что хорошо, но видите, какие она звуки издает. Ей очень плохо, она хрюкает, И я не хочу ее сейчас беспокоить, лишний раз ее снимать. Поэтому, ребят, роликов с Софи не будет. Я сейчас ее уберу и расскажу очень еще несколько важных вещей. Пойдем ляжем, Софиш. Пойдем ляжем, ладно? В общем, с ветеринарами мы пришли к тому, что это похоже на механическую травму в горле где-то. И, скорее всего, единственное предположение, которое у меня есть, ведь это началось просто внезапно, из ниоткуда. Вдруг это произошло, ничего не предвещало, ничего не случалось до этого. Предположили, что когда я раздала ребятам, животным, собакам вкусняшки, они были твердые такие. Обычно все собаки, и Софи тоже, обычно они их грызут, рассасывают, чистят зубы заодно, и потом только уже разжевывают и проглатывают. Но Софи после стерилизации очень любит поесть, она постоянно думает о еде, она очень любит лакомство и часто стала глотать сразу. И возможно, что она от жадности своей этот кусок лакомства просто не стала даже разжевывать, а проглотила. И так как оно твердое, оно там как-то, возможно, поперек стало. Возможно, у нее в этот момент случился приступ этого обратного чихания, то есть она начала давиться, и еще к тому же в горле было это лакомство. Оно как-нибудь стало там поперек и расцарапало ей это горло. Из-за этого там получились раны, которые у нее сильно болят. И она из-за этого не может дышать. Ребят, я с вами сейчас поделюсь очень личными мыслями, но у меня реально, как бы, вот я не очень верю прям там в мистику какую-то, но у меня правда возникает иногда ощущение, что просто Софи кто-то сглазил, потому что ну не может такого происходить, просто две вещи подряд, какая-то прям черная полоса. И именно с ней две ситуации. Сначала глаз и это. И обе они беспричинные практически. То есть просто взялись из ниоткуда. Я верю, что когда очень много отрицательной энергии откуда-то идет, она реально может повлиять на жизнь человека или животного, на кого-то. То есть, блин, у меня реально возникают мысли, что это просто кто-то сглазил Софи, потому что просто кто-то сглазил Софи. Поэтому, ребят, я надеюсь на вашу поддержку, на ваше понимание. И что на Magic Pets и на Magic Family Софи не будет. Пока что не будет, потому что она в таком состоянии. Но я постараюсь выпускать ролики все-таки, потому что нельзя бросать каналы. И я понимаю, что вам тоже будет обидно, что нет роликов. Я постараюсь их делать. И буду стараться держаться на позитиве. И все будет хорошо. Мы выздоровим. Я реально в это верю. Все будет нормально. И у меня есть, ребята, хорошая новость для вас. Я, конечно, хотела ее сообщить вам раньше и в более веселом ролике, но, простите, так уж получилось. Я обещала, и я обещание свое сдержу. Я думаю, что к 18 ноября с Софишей все будет гораздо лучше. 18 ноября и, скорее всего, 19 ноября тоже, до 4 часов вечера, я буду в Москве. Крокус-Сити на интернациональной выставке собак «Россия-2017». И очень жду вас там, мы наконец-то сможем увидеться, потому что в Питере мы с таким большим количеством ребят увиделись, а в Москве до сих пор нет. И там гораздо больше места увидеться. Я буду на стенде нашего любимого корма, который кушают все мои собаки, Платинум. Вы его, я думаю, найдете. И до 4 часов вечера мы сможем с вами пофотографироваться, устроим кое-какой прикольный конкурс. Поболтаем, я отвечу на вопросы, автографы и все такое. Короче, приходите обязательно. Я надеялась пойти 18 числа туда именно с Софи. Но, возможно, не получится, потому что все-таки у нее курс лечения, и даже если к 18 ей станет лучше, то, скорее всего, она не сможет пойти на такое мероприятие, но, возможно, я возьму с собой кого-нибудь другого, например, Мишу, Юми или Эйвана. Я ссылочку на сайт оставлю внизу, у них там написано, что это МВЦ Крокус Экспо, третий павильон. Ну, в общем, всю информацию вы там найдете. Что такое? А после встречи с вами в Москве я, как и обещала, должна отправиться в Сочи, чтобы вручить платиновый кулон нашей победительнице и заодно устроить еще одну встречу с подписчиками только уже в Сочи, то есть два города получается.
А на моем канале Animagic я старалась снять для вас очень прикольное видео «Живые истории про куклу». Обязательно посмотрите его, я ссылочку оставлю внизу. Мне кажется, оно получилось очень прикольно. Я верю, что все с Афишей будет хорошо, и поэтому нельзя унывать и бросать каналы, забрасывать все и переживать, концентрироваться только на плохом. Конечно, я не сплю, и постоянно эти все три укола в день, и постоянно эти таблетки. Я все время рядом с ней, держу ее под контролем, но я... верю, что все будет хорошо. Конечно, это гораздо хуже, чем то, что было с глазом, и гораздо тяжелее. С Афишей явно тяжело. Если глаз она не особо чувствовала, то здесь она не может дышать, и это ужасно. Но я не хочу унывать, и прошу вас, не унывайте вы. Вместе мы поддержим друг друга, останемся семьей, и все будет у нас хорошо. Черная полоса закончится, плохие вещи пройдут, и мы все будем счастливы. Подписывайтесь на все остальные другие каналы. И увидимся скоро в новых роликах.